И теперь у нас в бане есть свет. Ура! Здесь мы провели всю проводку. Здесь у нас будет розеточка. Вот такая у нас драночка на стене для штукатурки. Вот так мы все оббили. И вот наша душевая, которую мы уже заштукатурили. И будем оббивать доской. Здесь тоже свет у нас проведен. Ну и, конечно же, в парилочке свет тоже есть. Парилочка у нас уже. Стены. Наш светильничек. Ну, естественно, еще повесим его. Еще, потому что стены будут краситься. Стены вот уже все без трещин. Полок наш лежит. Ну и печечка для обогрева. Здесь тоже мусор уберем весь. В общем, процесс движется. Итак, что мы успели сделать? Оббить предбанник. Почти что весь. Замуровать провода. Сделать половину одной стороны. Ну, в общем-то, процесс набирает скорость. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами. Наша отделка подходит к концу. Черновая, все мы заштукатурили. Мы просто включили первую космическую скорость, чтобы сделать за 2 дня. Вот это вот еще, конечно, не совсем красота, но мне уже очень нравится. Все мы заштукатурили. Красиво покрасим. А вот и имя нашей космической скорости, это Макс. Макс, кстати, обещал нам помочь Пете строить дом. Макс, поможешь? Конечно.
Вот так вот мы доделаем наши щели. И скоро уже мы должны наконец-то, я надеюсь, попариться. Вот так мы гуляем по лесу. Откуда в лесу у нас труба? Шины. Вот так выглядит часть крыши, которая у нас имеется в виду как крыльцо большое, вот это вот для отдыха. А вот так вот я его уже заделал. Половину примерно. Метод нашел новый. Ничего кидать не надо. Вырезаешь квадраты. Они сантиметров по 20. Тут сразу и земля, и дерн, и растения. Вот тебе, пожалуйста. Красота, смотри какая. И это все крыша. Там по бокам еще будет бревна положить. Это внутри. Ну, чтобы не стекала вода. Ой, наоборот, чтобы это, земля не уходила. Ну, то есть вот здесь по всей крыше, по краю, должен будет лежать там внутри под целлофаном бревно.